Здравствуйте. Это вы, да? Да. А я ее только помыла. И грязная, она вся там чудно была. И замерзшая, намерзшая. Я ее не всю. Я ее обмыла, не видите. Вот. Не бойся, не бойся. Что сказать, друзья? Сначала поступил звонок, что двое суток в подвале лежит кошка, ползает на передних лапах, и что туда заходят бездомные собаки, которые могут ее разорвать. Мне пришлось несколько раз спросить, у вас сердце есть? Вы можете эту кошку хотя бы забрать из подвала, чтобы ее не разорвали там собаки? Ребят, я не могу передать вот этот разговор по телефону, но меня одно упоминание о этом разговоре трясет. Пока я организовала, кто поедет, пока мы решили, кто найдет машину, на это тоже потребовалось время. В результате, когда Лиля поехала, у них хватило сердца, у этих дам, вытащить кошку из подвала. И обратите внимание, как она говорит, я ее помыла. Ребята, на улице мороз. Больную кошку с перебитым позвоночником достали из подвала, помыли ей немножечко задницу от грязи и положили на бетонный пол, где кошка ползала и ждала, пока мы приедем. Скажите, это нормальный человек или вообще без царя в голове? Не хочу осуждать, ребята. В общем, друзья, это на ваш суд. У меня мое мнение, у меня мои эмоции, у меня мое отношение к таким людям, к таким подобиям людей. Вам решать, люди. Ты только снимай всю кошку, чтобы было видно ее реакцию. Угу. Лапы пошли. ГПЧ отсутствует, да? Ничего слабого. Пытается даже хвостик поднять. Не есть ГПЧ. Такое ощущение, что там просто пережат. Вот ужас. Угу. Малышку назвали Криста. Отвезли сразу в стационар. Сделали снимки. Через сутки сделали КТ. И представьте себе, ребята, наше удивление, когда врач сказал, что крошечный, но шанс есть, что мы сможем ребенку помочь. Я всего дня, второй день, как выписалась из больницы. Я чувствую себя не очень хорошо, но по сравнению с этой несчастной кошкой, ребят, я чувствую себя просто прекрасно. Я обращаюсь к вам, к тем, в ком сохранилась капля человечности и доброты. Начало вы видели. Сейчас, ребята, наш выход. Сейчас мы должны сплотиться и помочь этому ребенку. Кошечка у нас на компьютерную томографию позвоночного столба с травмой позвоночника. Вот сейчас будем делать компьютерную томографию, смелографию и смотреть, насколько у нас там выраженные изменения, насколько сильная травма. Вот. Сама нормально не ходит на задних лапах, как видите, подтаскивает их. Вот, будем разбираться. В общем, ГБЧ я не вижу, чтобы была у нее, но рефлексы... Подтягивание очень хорошее. То, что опирается на лапу, это тоже неплохо. Вот. Поэтому стоит все-таки, я думаю, сделать КТ, только с МИИЛа, чтобы посмотреть, имеет ли смысл делать декомпрессию или не имеет смысл это делать. Криста. Сегодня проводилась компьютерная томография с контрастом, по результатам которого наблюдается... перелом позвоночника в поясничном отделе между третьим и четвертым позвонком. Контраст в данной области не проходит, но в заключении написано, что данная ситуация может быть вследствие отека тканей или контузии, поэтому проходимость нужно еще осмотреть.
Криста перед вами. И я призываю вас ей помочь. Вы с нами, друзья. Криста зовет вас на помощь.